Доброе утро! Смотрите, какая красота у нас. Проснулась, тут солнце светит. Сейчас умоюсь, приведу себя в порядок, буду будить Тёмочку. И в садик сегодня мы показываем прививочку. Сегодня забота, рабочий день, потому что потом праздничные, да? 28, 29, 30 и 1 у нас праздники. То есть, кстати, понедельник, вторник, среда. В 4, в пятницу только 2, 3 мы идем в садик. И вот такая красота за ночь расцвела. Тёмочку сейчас привожу себя в порядок, пусть Тёмочку идем показывать сегодня прививочку. Потом в 11:45 я его забираю, делаю зубки и идем домой. Сегодня у нас короткий день, суббота. Дерево, не знаю, что за дерево. Оно такое красивое. Как будто искусственное, но не искусственное. За дерево, кто скажет? Напишите, что за дерево такое? Красиво. Дерево, мы пошли. Все тепло. 17 градусов. Идем домой. Гуляли. У нас еще 3 выходных. Ходили за вкусняшками, гуляем. Завтра вообще обещают 25-26. Будем вообще надо кепки искать. И уже в жилеточке, в свитерке в жилеточке. Ну вот. У нас вон тополиный пух разлетается везде. Сирень зацветает. Речки поют. В конце апреля у нас уже лет начинается до 25, хотя 2 недельки так постоит, а потом опять до 12 градусов похолодание. Но лето, говорит, будет жарко. Это так вот еще май у нас будет. Колеблется. То жарко, то прохладно. Вот. Сейчас придем, будем играться, кушать вкусняшки. Может, пойдем еще погуляем, когда муж приедет. Может, нет, посмотрим. Обстоятельства, а то у нас сейчас хорошая погода. К вечеру может дождик начаться, хотя вроде не обещали. Везде дванчики у нас. И вообще хорошо. Как можно больше гулять, гулять и гулять надо. Сейчас только кепочки найдем, думаю. Поменяем гардероб, берем курточки. Синие. Угу. Теплые уберем, сапожки.